Так, первая предложенная кандидатура. Депутаты горсовета Улан-Удэ выбрали своих представителей в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра. Напомним, всего она состоит из 10 человек. 5 кандидатов от правительства Бурятии назначаются главой республики. Еще 5 – городским советом Улан-Удэ. Сюда вошли трое депутатов Улан-Удэского горсовета, руководитель нашего правоуправления Улан-Удэского горсовета и общественного. Это депутаты Анатолий Белоусов, Василий Церемпилов и Беликто Цибиков. Компанию им составит исполняющий обязанности начальника правового управления горсовета Илья Сороковиков и председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина. Всех пятерых утвердили единогласно. Вот на какие критерии при выборе они будут опираться. Это и опыт работы, это и образование, это и программа развития города Улан-Удэ, это и тестирование. И это и выбор. То есть мы должны понимать, что конкурсная комиссия выбирает 2-3 кандидата, то есть, и выносит это все уже на сессию Улан-Удэского городского совета. А решение принимают как раз 30 депутатов Улан-Удэского городского совета. Уже финальная часть – это выбор депутатов всех. Отметим, нового градоначальника планируют избрать уже в ноябре. Кроме того, на этой сессии депутаты утвердили 7 членов общественной палаты Улан-Удэ, а также скорректировали работу по наказам жителей. Дурсильданов Артур Зержевич, телекомпания АТВ.